Кофе бодрит, лечит депрессию и ожирение, улучшает память, выводит токсины, предупреждает болезнь Паркинсона и даже рак. Но как разные его виды действуют на здоровье? Самым крепким считают эспрессо, но он же и самый щадящий желудок и сердце. При приготовлении теряет достаточно кофеина и без добавления сахара обладает достаточно низкой калорийностью. Капучино за счет молока и пены – источник кальция, а в латте и вовсе соотношение кофе и молока 1:3, поэтому тоже восполняет кальций, который кофе как раз и вымывает полезнее пожилым. Американо для тех, кто любит латте и капучино, но следит за фигурой. По сути, это эспрессо, разбавленный водой, поэтому, выпивая, человек защищает себя еще и от обезвоживания из-за кофе. А вот самый питательный и калорийный – макачино. Его предпочтительнее выбирать тем, кому необходимо набрать вес. Зато кофе по-турецки содержит меньше всего калорий, но обладает самой высокой концентрацией кофеина. Это стоит помнить людям с высоким давлением. Будьте здоровы!